Психология на Дожде. Дорогие друзья, меня зовут Юлия Бурлакова. Я бизнес-тренер и сертифицированный коуч. Тут такое дело. Надвигаются всякие разные сезоны, когда нам может быть непросто чувствовать вдохновение, мотивацию, энергию, драйв, бодрость, чтобы так взять и тыгдын-тыгдын-тыгдын поскакать в какие-то важные жизненные свершения, будь то воспитание детей, выращивание взаимоотношений или выстраивание прекрасной осознанной карьеры. Почему? Потому что вообще это сложно. Испытывать вдохновение, мотивацию и такой рабочий задор, чтобы делать то, что вы делаете. Я хочу сегодня с вами поговорить, ну, то есть говорить буду я, а вас я буду себе представлять в своей голове, о такой компетенции, которая называется по Стивену Кови «затачивание пилы». Вот у него есть 7 ключевых компетенций высокоэффективных людей. Я очень-очень вам рекомендую эту книжку, она так и называется. 7 навыков высокоэффективных людей. Стивен Кови. Звучит страшненько, так, знаете, американизировано. Но вот для меня эта книга была, выражаясь простым русским языком, life-changing experience. Какой-то такой опыт, который вообще меняет жизнь. Безусловно, повышает ее качество. И я очень люблю такие контексты, которые нам выращивают и свободу, и ответственность. Такие тогда крылья, понимаете, расправляются за спиной. В чем свобода? Старик Стивен говорит нам, вот прокачайте эти все компетенции и можете переходить на следующий уровень реализации вашего потенциала. В чем ответственность? Не прокачаете эти 7 компетенций, ну, собственно, не жалуйтесь на то, что представляет собой ваша жизнь. И почему я хочу поговорить о компетенции затачивания пилы? Они у него все перечислены, 7 в красивом кружочке, и всех их огибает важнейшая компетенция затачивать пилу. Это значит восстанавливаться. В большинстве случаев у нас нет вдохновения, энергии, мотивации, потому что мы недостаточно об этом позаботились.